нашего ребята легких ног. Побежали! Альбина Бекчентаева с 15 лет профессионально занималась легкой атлетикой. Получила второй взрослый разряд. Сейчас ей 27. Спорт остался в жизни девушки как хобби. Альбина принимает участие почти в каждом забеге. Космический полумарафон не стал исключением. Прибывает очень много людей из разных городов. Это и новые впечатления. Ну и вообще, когда перекрывает улицы, ты бежишь в центре города. Это же так классно. Еще с утра, воскресенье. Это какая-то борьба с собой, что ли. Себя поднять, пробежать. Ну, это здорово. Легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики, организовала администрация городского округа Самара при поддержке регионального министерства спорта. Забег прошел 9-й раз. В нем приняли участие порядка 3000 человек из более чем 150 городов России. Сегодня у нас первый старт в серии стартов легкоатлетических этого года. И этот старт у нас в этом году ставит новый рекорд, потому что с каждым годом у нас все больше и больше участников. Взрослые пробежали дистанции в 1586 метров, 3 километра, 10 километров и 21 километр. Дети от года до 4 лет преодолели 300 метров, от 5 до 10 – 600. Тяжело, но я встречаю Пентюхова Александра! Среди участников были и представители других стран – Белоруссии, Казахстана и Китая. Они пробежали по трассе вдоль набережной и исторической части города. Ну, я очень рада, что это уже из российского, да, перерастает в международное мероприятие. Да, мы встречаем гостей из других стран, которые бегут в нашем прекрасном городе по прекрасной набережной. Поэтому для нас очень важно, чтобы все больше и больше людей были вовлечены в систематические занятия физической культурой и спортом, а такие мероприятия помогают нам это сделать. Пока спортсмены пересекали линию финиша с собаками и детскими колясками, на площади Славы проходила развлекательная программа. На сцене проводили разминку, танцевали, пели и награждали победителей. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События.